Доброе утро! Я сегодня пришла опять за красотой. Буду свои моргалки менять. Потом покажу, какая я. Тоже пооблазили. Тут осталось буквально чуть-чуть, по несколько штучек. Прям вообще полулысые глаза уже. Я же должна быть красивая. Это ваши. Съездила уже, сделала себе реснички, накаталась туда, как говорится, транспортом, назад с пересадками, не близкий свет. Плохо, что у меня мастера рядом со мной нету, чтобы можно было вот так вот пойти к какой-нибудь девочке, чтоб рядом. Ну и вроде полно разных по городу мастеров, но так, чтоб я ж не могу пойти кому попало, я не знаю, как там качественно сделают, некачественно сделают. Ну как? Ну, хорошо, зато красить не надо. У меня все равно тушью ничего не цеплялось на ресницы. Значит, что дальше я буду делать? Сейчас покушаю, потому что жутко голодная. С утра как съела бутерброд и все, а сейчас уже 3 часа дня. А вечером поедем за покупками. Как обычно, в пятницу вечером за покупками на всю неделю. А то все вкусности я уже поподъедала. Немножко, может, сниму, в каком магазине. Мы на жилмассиве Тополь будем сегодня скупляться. Каждый раз в разном. То в одном конце города, то в другом конце города. Для разнообразия. Просто так, даже как прогулка по городу посмотреть. Лохматая, вот эта шла по улице, даже не расчесалась. О, ну ладно. Красоту ничем не испортишь. Thank you.
классно так вечером. Небо такое. Велики 6000, да. Три. Да, полочка. Полочка мне нужна стеклянная. Да. Ой, как интересно. Сантехника. Так, что тут? Товары. Товары для прибирания. Это мне надо, да? Кого купим? Каяки? Каяки купим? А где мы будем кататься? По Самаре. По Самаре. Вон, надувные. Милитари. Может, пукалку какую-то он на фотографии. Да, ну, значит, пукалку. Продают. Тебе пукалку и перья на голову. Будешь, да. Как Чингачгукой буду. О. Верная скула Чингачгука. Ты посмотри, какая прелесть. Класс, да. Боже, какая прелесть, посмотри, да? Угу. Ух ты, вот это да. Так, где наш стол? Где наш стол? А, вот тут где-то, да? А, вот, слушай, это ж такой же стульчик, да? Как мы выбрали, только другой расцветки, да? Да, да, да. Смотри, какой красивый. Вот это? Угу. Да. А вот какой красивый стульчик, устойчивый. 2742. Хороший стульчик. Что тут еще есть для пикников? Ой, стульчиков сколько хочешь. Угу. Казанки. Ну, какие красивые. О, лежачки. Столик. 498. А это что вообще раскладывается вот это за 1700? Да, этот, вон, видишь, на целую компашку, да? Это, да? Ого! А вот тот вот столик сколько стоит? Слышь, а вот тот вот сколько? Там цены нет. Вот тот. Вот тот. А сколько он стоит? 400, да? Ну что так? Ну вот это нормально, да? Вот если да, 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 вот это да. Вот нормальный стол. А тут вот реально он вот такой был. Ну да. Что-то себе поснимаю. Мангальчик. А что это за казаночек такой? Лянь, это для чего вот такой вот? Это казан. Да. Это, кстати, вот такого же плана у Димы мангал. Угу. Ну, он, конечно, что-то проще, но что-то вроде того. Кстати, вот такая вот штучка тоже или от мух, видишь, вот так вот закрыл, и на природе твою тарелку мухи не едят. Тебе еще надо. Для гриля газ, махалки разные. У нас такая махалка есть. Такая же, наподобие, да. Угу. В общем, и шампура. Ой, махалка за 12 вообще. Это за 21. А, это чистить потом вот эти всякие. Дрова. А что это за щепочки? А, лучина называется. Лучина. Это ж надо. А это что такое? А для чего это? Распаливач с деревной шерсти. Ну, это же надо. Что-то они придумают. Ого, на колесах. Какая класс. Чаша для распаливания в огню. Ничего себе.
Классненько на колесах. Домашние копчения. Что написано? Без химии. На 1 килограмм мяса 3 столовые ложки. Редкий дым. Понятно. Господи, я же испугалась. Думала, мужчина стоит. Ой, как я люблю по таким магазинам лазить. Классно. В общем, какие мы сделали покупки? Вот такие два огромных сиденья на природе сидеть, такие как два кресла. Это я уже завтра покажу, не буду их сегодня распаковывать. И вот этот столик такой вот, чтобы можно было на природе сесть, ножки вон там вот разложить. Удобно вот ручечка, можно взять, переносить потом этот столик. В общем, мы уже по ходу на природу готовы. Сиденье есть, столик есть, мангал тоже есть. Так, ну а что сегодня я купила? Сейчас вкратце покажу. Значит, что сегодня мы купили? Как обычно, камбала. Вот такая громадная на камбалище. Она получается 76 гривен за килограмм. Здесь на 900 грамм 70 гривен. Вот такая вот огромная камбала. Я не буду ее так распаковывать. Вот такая здоровая камбала. Как обычно, в четверг рыбный день. Так, соус батумский. Рыбные палочки вот такие вот пожарить. Значит, они 74 гривны 50 копеек за килограмм. Здесь 734 грамма. 54 гривны. Вот это вот рыбные палочки. Так, колбасятина бердянская, балыковая. Вот такая вот. Сколько она стоит? Она получается, здесь ее 600 грамм. И эта колбасятина стоит 65 гривен. Ну, 66 гривен вот эта палочка. Стоит на 66 гривен. Дальше. Вот какой-то сыр есть. Гауда. Вот такой вот сыр. Сейчас прочитаю. Сыр Гауда. Выдержанный 52 недели. Представляете? 52 недели. Значит, он 500 гривен за килограмм. Здесь 170 грамм. Такие кусочки. На 85 гривен. Вот такой сыр. Попробую Гауда. Он такой, конечно, на любителя. Но мне нравится такой с конкретным запахом. А, значит так. Колбаски Кабаноси. 120 гривен килограмм. Здесь 462 грамма. На 55 гривен. Это завтра я буду готовить. Как она называется, жаркое поохотничье, то есть с охотничьими колбасками. Вот эти вот длинные и вот такие вот, значит, эти получается, сколько я сказала, на 55 гривен, и вот такие вот коротенькие. А эти, они разного просто сорта, но и те, а эти вообще колбаски конкретно мысливские, как это сказать по-русски, охотничьи, правильно, охотничьи. Эти по 270 гривен килограмм, 234 грамма здесь, 63 гривны. Эти чуть поменьше. В общем, с таких колбасок, кому интересно, завтра смотрите завтрашнее видео, там будет жаркое поохотничьи. Значит, помидорки на данный момент стоят 38,90 за 1 килограмм. Здесь у меня почти килограмм на 38, что-то с копейками. Вот такие вот помидорки. Какие-то они даже разного сорта. Одни такие, вот такие крупные, с таким волнистым. Одни помельче. Ну, такие упругенькие помидорки. Сюда помидоры. Огурчики. Значит,
Огурчики сейчас стоят 17,90 гривен. Здесь 474 грамма на 8 гривен 48 копеек. Вот такие вот огурчики. 4 огурчика взяла. Хватит. Каждый день по одному салатику. Вот, хватит. 4 огурчика. Сюда. Значит, для жаркого я брала морковку еще. Ну, показывать не буду. Обычная грязная, немытая морковка. Да. Вот такая вот. Да. Значит, морковка у нас стоит по 9,90. Здесь на 6,20. Морковка. И для жаркого еще вот такой вот соус краснодарский. Так, себе, значит, любимая клубника. Сегодня клубника стоит 80 гривен за килограмм. Здесь у меня на 48 гривен. Вот этот вот судочек. Вот этот судочек на 48 гривен. Вот такая клубничка, вот такая вот клубничка. Сейчас помою, покушаю. Так, и своим троглодитом вот такую вот кучу кошачьего корма. Вот такого вот кошачий корм. Он что-то сегодня был со скидками. По 6,80. А, даже что-то какие-то 7 копеек даже знышка. Ну, в общем, что-то сегодня какая-то акция на них была. Ну и одну бутылочку вот такого кабана. Все. В общем, все, что я сегодня купили. А, ну там Сережа купил для себя там сыр один купил. Сыр. Какой-то сыр он себе купил. Ну и в общей сложности у нас получилось на 680 гривен вот эти продукты. А сколько стол стоит? Стол около 500 гривен стоит стол. Кресло по 600 гривен за кресло. Кресло я завтра покажу. Так что заходите завтра, смотрите. Мой ужин. Ужин жаркое поохотничьи. И вот эти раскладные кресла и столик, как оно в общем виде будет смотреться, потому что завтра ужин накроем и сядем обмывать наше пикниковское оборудование. Все, пятница закончилась. Мариночка на заслуженном отдыхе. Пока-пока-пока.